Мы сейчас вышли из музея и пошли осматривать территорию. Территория красивая, и вот перед нами фонтан, сделанный в виде звезды Победы. Вот он, этот музей, в котором только что мы были. Красивая территория. Сейчас, правда, такой солнечный день и довольно жарко на улице. Народу здесь пока никого нет, это потому что это утро. Вон там вдали видно мемориал, который называется «Ода стойкости», который был посвящен памяти Зульфии Закировой, потерявшей на войне 5 сыновей. Она выстояла перед лицом беды и поддерживала 4 невесток с малыми детьми. Здесь много сделано различных инсталляций, посвященных Победе. Как я говорил ранее, музей был открыт 9 мая 2020 года. Он был разработан в соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиёева в честь 75-летия годовщины Победы во Второй мировой войне. Сейчас, после того, как мы посетили музей, я оставил запись в книге почетных посетителей, написал довольно много о самом музее, отразил большую работу людей, которые этим занимались, поблагодарил. И после этого я сидел с научным руководителем, дал ему точные данные своих родных, которые воевали. Это мой отец, мой дядя, у меня там несколько человек было. Я уточнил данные, они есть в списках, но там не совсем верные данные на них. Все это уточнил, потому что это там есть все компьютеризированное, электронные там записи, все можно будет потом с любого конца нашего земного шарика с любой страны зайти и посмотреть, почитать, найти своих родных, близких. И это очень важно. Это важно и для нас, детей, и для наших детей, значит, внуков, тех, кто воевал. Короче, это все здорово. Ну, а мы продолжаем идти по парку. Видим, как здесь все красиво подстрижено, полито с утра пораньше. Даже мы застали уборщиков, которые со швабрами буквально все это моют, вытирают. Молодцы, все сделано хорошо и на совесть. Но мы идем вот туда, по аллее, в конец парка. И вот мы видим, с правой стороны стоят вагоны. И мы сейчас туда подойдем, посмотрим, что же там. А здесь реконструкция Ташкентского железнодорожного узла военного времени. Этот объект видел миллионы эвакуированных с территорий, занятых врагом. Буквально со всей европейской части Советского Союза. И в том числе Ленинграда, с Украины. Сюда приходили на этот вокзал поезда с тысячами ранеными, свои эшелоны поступали. Тут, кстати, среди вагонов стоит и медицинский вагон. Но в эти вагоны заходить нельзя. Вот есть лестницы, мы поднимались, но вагоны закрыты, и посмотреть ничего нельзя. Ну, а вот здесь вот мы видим, стоит паровоз, самый настоящий паровоз. Вот написано «Среднеазиатская железная дорога».
Вот здесь смотритель стоит в вагоне. А это вот Ташкентский вокзал. Ретроспективу сделали. Это вокзал того времени. Вот так вот рельсы. Вот так приходили поезда. По возможности все воссоздали. Создали, как это тогда было в то время. Вот написано «Вокзал». Ну вот мы посмотрели вокзал и пошли далее. Здесь вот мы видим вот эти вот зоны, там по годам 41 год, 42 год, там разделены эти события, как смотреть их. А вот с правой стороны уже видно, какая-то стоит военная техника. Но эта техника, как мы понимаем, времен Второй мировой войны. И очень будет интересно посмотреть, что мы сейчас и сделаем. Это все сделано уже в конце парка, с правой стороны. Там сзади мы уже видим дорогу, вон машины идут. Это парк здесь заканчивается. А я сейчас вот поворачиваю все направо, и мы уже издалека видим, какие-то пушки стоят. Сейчас это все прочитаем, что там. Музыка здесь идет из динамиков, которые установлены в земле. И поэтому она прерывистая. Когда я подхожу к этим динамикам, музыка громче. Когда я отхожу, и, естественно, звук не попадает в мой микрофон, и она или тише, или прерывается. Поэтому вы должны понимать, что это звук вот такой вот, от меня независящий. Танк. Танк Т-34, образца 39-го года. А это перед нами Су-100, самоходная артиллерийская установка. А это уже танк ИС-2, это Иосиф Сталин, образца 43-го года. Это танк ИС-3, образца 43-го года. С круглой башней. А это уже танк ИСУ-152, самоходная артиллерийская установка. Самоходка. Тяжелая советская самоходная арт-установка периода Второй мировой войны. Постройка первого прототипа была закончена на Челябинском Кировском заводе в 1943 году. Вот такой придумали. А вот это что у нас? Это танк ПТ-76, советский легкий плавающий танк, принят на вооружение в 1951 году, это же после войны. А это уже противосамолета. Подарок от Республики Беларусь 75-летию Победы. Это автоматическая зенитная пушка 37 миллиметров. На разведку логова врага. Помнишь, товарищ? Это 57-миллиметровая автоматическая зенитная пушка. Помнишь гранату и записку в ней. Стамиллиметровая автоматическая зенитная пушка образца 47-го года.
А это уже Катюша. Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе автомобиля ЗИС-6. Первое боевое применение «Катюши» состоялось на второй месяц войны по железнодорожному узлу в районе города Арша, 41 год. Вот они как заряжались и снизу, и сверху. Это 16 сразу ракет. А это уже гаубица. Стамиллиметровая противотанковая пушка это. Противотанковая. Вот так вот к ней подходили. Заряжай огонь. Вот здесь же снаряд всовывали. Да, время было непростое. Ну вот все, что касается наземной техники, пушки, танки, самоходки, все это установлено здесь на этой площадке. И каждый желающий может прийти и посмотреть, каким оружием воевали во время Отечественной войны. Ну, а там самолеты идут. Пойдем к самолетам. Ли-2. Это самолет Лавочкина. Вот Ла-7. Это транспортный самолет. Только прочитаем, что написано. Самолет Ли-2 – советский поршневой пассажирский транспортный самолет Второй мировой войны, производство которого было начато в 1942 году в Ташкенте на базе пассажирского самолета, получившего обозначение Ли-2. Это были ночные бомбардировщики, установлена пушка. Короче, его делали в Ташкенте, этот самолет. Это чтобы знали на всякий случай. Где делали эти самолеты? А вот знаменитый Ил-2. Надо к нему тоже подойти сейчас посмотреть. Это небольшой самолет по размерам, но очень популярный был во время Отечественной войны. Самолет Ил-2. Советский штурмовик времен Отечественной войны, созданный ОКБ Сергея Илюшина. Прототип самолета Б-6-2. Совершил первый полет 2 октября 1939 года. Летчик-испытатель Кокенаки Владимир. Самый массовый боевой самолет. На самолет подвешивались авиабомбы до 600 килограммов. Всего выпущено более 36 тысяч самолетов. Да, это знаменитый. Вот Ла-5, это те самые самолеты, то, что
Мы смотрели в фильме об этом. Бой идут одни старики. Лопять. Он такой маленький. Лопять. Советский одномоторный истребитель создан в 1942 году в ОКБ Горький под руководством Лавочкина Семена. Первоначальное назначение. Так. 21-42 год, за несколько дней до отправки Лавочкина в Тбилиси, летчик-испытатель Василий Яковлевич Мисценко поднял воздух. Это самолет, который в фильме был «Бой идут одни старики». Они на таких летали. Як-3. Это самолет Яковлева. Советский легкий истребитель был создан в 1943 году Яковлевым. Боевое крещение прошел в 1944 году. Ну вот. Спускаемся в блиндаж. Это окоп, укрепленный, видите, досками укрепленный. Чтобы не обвалился. Все сделано по уму. Сразу здесь чувствую себя, как на фронте. Самолеты летают. Миномет. А вот здесь подбитая техника немецкая. Немецкий самолет врезался в землю. А здесь вот концлагерь. Немцы наступают, просят огня. Бак, бак, бак. Вот танк на ходу врезался, пробил стену. Все, что я хотел, я вам показал. Сейчас мы покидаем парк. Вы, как всегда, будьте здоровы. Вот за нами приехала машина по заказу. И мы едем дальше.